Вечер на стадионе школы номер 16 выдался активным и спортивным. Кубок нового района по волейболу среди дворовых команд собрал много молодых ребят и даже взрослых мужчин. Перед игрой участники прошли жеребьевку и придумали название команд. Спортсмены бились за то, чтобы попасть в тройку лучших, поэтому игра была напряженной и жаркой. Я обалдел от такого уровня. Знаете, как бьются и дети, и взрослые, как будто профессионалы. Пускай там, конечно, недочет, но, конечно, красиво играет, хорошо. Вообще просто здорово. Сегодняшняя игра поначалу у нас пошла очень хорошо. Как говорится, пока еще были силы свежие, мы хорошо влились в эту игру. Ну, потом немножко подустали, скорее всего. И более молодые ребята нас обыграли, но мы не унываем. Борьба была сложной, все волновались, но благодаря нашей слаженности и поддержке мы выиграли. Победа никогда не дается легко. В волейболе, как и в любом другом виде спорта, нужны труд, настойчивость и сила воли. Благодаря регулярным тренировкам в свободное время дворовые команды смогли показать блестящую игру на высоком уровне. Ну, во-первых, бойцовский навык – это, и во-вторых, прыгучесть, изнасть движения, то есть силу воли, там, силу рук, чтобы подачи принимать. Я считаю, что эта инициатива очень хорошая, правильная. Нужно привлекать как можно больше народу к спортивным состязаниям, потому что это здоровье нашей нации российской. Я считаю, что это правильное мероприятие. По итогам игры команды-победители получили дипломы и сладкие призы. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.